скажи, а что так болеешь за команду Виданнуева? Там Вовчик играет. Ну и что? Ну как это? Ты сыграл ничего. Вовчик красавчик. Хороший мороз. Там хорошая команда. И нормальные ребята, спокойные. А как ваша команда сыграла? Мы один мяч проиграли, 3-1 выиграли, проиграли. 3-1 проиграли? Не, проиграли 4-3. Выигрывали. А выиграли 3-1. И с чем это связано? Связано было со мной. Это... Да, что тут Сереге нога болит чуть-чуть. Там еще один пинфол был небольшой. Я не заметил, что мяч был в руках у меня, а игрок прямой ногой был по руке бату. А как в целом команда сегодняшняя? Нормально. Тоже собрались так друзьями поиграть. Такой состав хороший. Семейный. Семейный, в основном семейный. Все. Как сыграете вторую игру? Надо выиграть. Мы стараемся выиграть. Миша сказал, что надо выиграть, выиграем. Каждый чемпионат. Мы посмотрим. Ну как ты оцениваешь, молодежь сегодня лучше выступает, чем ветераны? Не, мне кажется, мы выступаем одинаково. Первая игра и у нас, и у них была очень тяжелая. То есть, в принципе, и мы, и они как бы проигрывали, но вытянули на результат, показали свою игру. Вот. Сыграли до последнего. Мы очень хотим с ним встретиться в финале. Очень. Серьезно? Да, вот реально. То есть это цель турнира, да, ваша? Это реально цель турнира, просто... И насколько она возможна, как ты считаешь? Ну, в принципе, шансы есть всегда, то есть, как бы, тут главная задача не растеряться и не потерять мотивацию, чтобы не проигрывать матч. Надо побеждать, побеждать. А вот у кого группа все-таки сильнее, как ты считаешь? А? Группа у кого сильнее? Еще раз. Группа у кого сильнее? Группа, ну, мне кажется, у первой оптимы группа сильнее, тут сильная команда, действительно, то есть, и UBF, New Life собралась, сильная команда, и то же самое Виданнюв, то есть, сильная команда, там Вовчик играет, Вовчик я сильный игрок. Вот, ну, в принципе, у них группа посильнее, чем наша будет, я скажу так. Ну, в полуфинале ты бы, Вовчика, не против была бы играть, да? Не против бы, да, с радостью. Мы посмотрим, хорошо, спасибо. Вашей команде удалось переломать ход событий. Как вы считаете, что необходимо, чтобы сохранить вот, ну, счет там, или победить? Строгость игры. Необходимо какие-то замены проводить или достаточно? Я думаю, у нас все сбалансировано. Макс, право. Какая тактика у вас на игру? Вы там, меняетесь согласно времени или просто видите ситуацию? По ситуации. И как вы считаете, будет шанс у вас завершить этот матч с победой? Думаю, вполне. Тем более, что мы два мяча отыграли, это было нелегко. Ну да, но за счет чего все-таки вы вот смогли переломать? Командной игры. Именно командной игры. И отрабатывали мы до конца. Хотя команда соперника выбрала тактику удержания мяча, счета. Но нам удалось два мяча отыграть. Хорошо, спасибо большое. Доволен ли ты выступлением молодежи? Честно говоря, очень. Видно, ребята, что все стараются, все хотят доказать и себе, и нам, что они достойны играть на высоком уровне. То есть ты лично сам не ожидал, да, такого успеха от вас? Нет, я все-таки надеялся и ожидал, что молодежь наша проявится. Да. То есть ребята все очень талантливые. И как бы, сейчас занимаемся в межсезонье подбором еще более... Опытных игроков, да? Скажи, пожалуйста, у команды Optima Farm 2 есть огромнейшая мечта на сегодняшний день оказаться с командой Optima Farm в финале. Существует ли такая мечта у первой команды? Конечно, мы только об этом и думаем. Мы уже посчитываем все наши результаты и что может повлиять на то, чтобы мы в полуфинале не встретились. Скажи, а какие команды ты видишь конкурентами? Кто может помешать вам сотворить такой интересный финальный матч? Виданнуэва. Виданнуэва. Да, больше я как бы на данный момент. А что ты скажешь о матче Виданнуэва с командой Биг? Понравилось тебе?
Ух, тяжелая команда, это бит, очень тяжелая. Очень тяжело с ней играть. Понравилось, конечно. То есть мы вышли на бит, думая, что мы берем наши три положенных очка, а в итоге еле-еле отскочили. То есть команда набирает опыт, и в следующих кубках могут быть сюрпризы. Скорее всего, сюда. Скорее всего, сюда. И вот первый гол, да, Петр? Да, первый, да. 4, Макс, да? 4-1? 4-1. Ничего, ну все, да. Я думаю, это хорошо. О, наш талисман он вышел, телехаты. Телехаты? Да. Он у вас стоит обычно в серванте или? Ну, он выходит, решает вопрос и уходит. Посмотрим, как он решит этот раз. Посмотрим. Подойдем к нему, спросим. Прогноз на этот матч? Посмотрим. Команда ПК «Артист». Ставите себя уважать? Будет видно. Будет видно. Димка, у тебя серьезный настрой, с чем связано? Хочется выиграть. Первую проиграли, эту хотелось бы выиграть. То есть хочется, а получится ли хотя бы? Ну, а это уже посмотрим после. Скажи, пожалуйста, New Life неудачно выступает, как ты считаешь? New Life нет, не сильно. А Vida Nueva? Vida Nueva удачно. Ты Калюжному желаешь удачи? Конечно, удачи. Я желаю удачи даже в играх против себя. Серьезно, скажи, а что у вас не учитывали хорошо выступление? Ну, не всегда же играть можно, получается, хорошо. Бывают провалы, бывают неудачи. Сегодня у вас как... третья игра, да, последняя? Да, сегодня как-то не собрались. Как ты считаешь, третью игру успешно завершите? Посмотрим, чуть-чуть обещать. Мы... То есть как бы такого, чтобы оторвать голову и... Не, будем играть на победу. Мы обычно шутим, некоторые нас серьезно воспринимают, когда мы их порвем, да они никакие. Сейчас просто есть... выйдем, попытаемся выиграть. И... С кем вы, у вас будет игра? У нас игра... Вот, ребята, синий. С битом. Ну, будет... Да-да. Битый, да? Да-да. Нет, да. Будет интересно. Звучит грозно. Будет интересно. Хорошо, но мы смотрели, они такие ребята жесткие, поэтому будем... Тоже проходного двора не дадим. Будем пробовать все, что у нас есть. Понятно. Андрюш, ты как независимый эксперт, вот о сегодняшнем кубке пару слов. Кто бы ты выделил, кто для тебя является сюрпризом, удивилкой? Сюрпризом является команда «Бит», которая достаточно неплохо сыграла с Vida Nueva. Потому что Vida Nueva контролировала практически всю игру, но они сумели переломить игру и сыграли 4-4. Что дает, ну, в принципе, как бы шансы есть, у них сейчас одно очко. Я думаю, с Нью-Йорком они сыграют, может быть, даже за выход. Ну, если бы команда УБФ играла, ты как считаешь, вот в какой бы группе она хотела оказаться больше? Да не знаю, с сильными игроками играть всегда хорошо. То есть чем сильнее команда, тем интереснее играть. Потому что как бы, если команда слабая, то ну, не совсем интересно. То есть интересно, когда, вот, допустим, что называется группа смерти. Да, то есть три команды, там, четыре команды хорошего уровня. Такая игра интересная. Сейчас не победит. Я даже боюсь предположить, мне подсказывают сзади, что Vida Nueva победит. Вот, но я искренне за это надеюсь, потому что в команде играют мои друзья. Хорошо, смотрим, спасибо за вопрос. Скажи, почему тебя называют талисманом команды? А? Нет судей на свете. Объясни. Может, потому что выиграют, когда есть. Да? Но тебе понравилась игра своей команды сейчас в ходе Black Wolves? Ну да. За счет чего вы смогли победить? Не знаю. А? Мы сильнее. Ты забил? Нет. Почему? Мало сыграл. В третьей игре забьет? Не знаю. Но хотелось бы? Ну да. Будет ваша команда в финале, как ты считаешь? Не знаю, не будет, но будем стараться попасть в финал. А кто тебе еще нравится на сегодняшнем кубке? Ну, Оптима первая, конечно. Все, и привет. Андрюш, что у вас игра? Нет.
Нет? То есть вы видели достаточно легко? Да. Почему постоянно, ну, ты кричал на своих игроков, в чем проблема? Ну, чтобы они собранные были. То есть они неплохо играли, просто надо их собрать. Конечно, было, но да? Я всегда недоволен. Ну, должность такая. Но эта игра была тяжелее по сравнению с первой или нет? Нет, то есть абсолютно легко, да? И это теперь дает оптимистический шанс на третью игру? Будем надеяться. А кто был сегодня лучше в вашей команде? Я. Шучу. Ну, понятно. Нет, ну что, тоже. Все равно шучу, нет. Поехали. Сложно выделить лучше? Что? Лучше выделить сложно сегодня? Сложно определить лучше, да. Да. А кто больше всего забил у вас, Андрюх? По-моему, больше всего забил 29-й номер. Кто больше всего забил у вас? Не считаю. Не считали? Какие ожидания от игры? Выиграем. Сколько голов забил? 4. Хочешся місце? Що? Що ти місце сьогодні знаходиш? Тому що я переживаю за команду New Life. Нам обов'язково потрібно, щоб вони хоча б зіграли нічу з командою Beat. Команда Beat – це чорні конячка, хоча грає у синій формі. Тобто нам може зараз просто вийти з групи, неожиданно для всіх, так? Да? Так, якщо вони зараз виграють, ну там ще залежить від того, як ми зіграємо з оптимою фарм. Нам потрібно буде як мінімум з оптимою зіграти у нічию. Але це буде дуже-дуже складно. І от вже майже другий гол, нічого собі. Просто